Как ни одно, так другое. На караван напали. Нафиг караван? Ладно, давай посмотрим, что за караван еще они тут нашли. Так, стоп, а почему у меня животные, людоеды и грифоны еще жаждой крови? Вы что, прикал? Воу-воу-воу. Здравствуйте, здравствуйте. Ай, у них да. О, Armored Wall Jumpsuit, Pip-Boy. Блин, они все мертвы. Это немножко как-то хреновенько. А, это Вейнма, это монстры поджигают, скорее всего, беглые. Понял я. Где Муфал, мои любимые? Молодцы. Что ж, надо будет подождать, потом всех нафиг перерастрелять. Или починить ловушки. Скорее всего, починю ловушки. Пробовать по ловушкам, что ли, их пустить. Надо подумать буду. Так, ну давайте попробуем побольше мяса насобирать. Мясо нужно, мясо будет всегда нужно. Да так, встанем пока. Так, не сильно. Синяк по голове, ой. Хорошо, хоть ушиба мозга нету. Что ты там есть собрался, друг ты мой родимый, тушка муфала? А ты нах пойти не хочешь? Мне тут все пойдут. Ест он тушка муфала. Воу-воу-воу-воу! А вы откуда взялись? Ну нифига себе приколы такие, я вам скажу. Эх, самочувствие. Есть вообще. Достал. Готов, да? Родов много не смогу пособирать.
Ага, допустим, стит. Я пока схожу погуляю, вы не против? Правильно, сюда иди. Так, слады. На пороге нервного срыва. Все. Классно. Классная у меня команда. Ах, так. Что с тобой? Через 12 часов. Короче. Полечить себя не хочешь? А, я понял. За ним сейчас проследить. У меня же стоит домашняя зона. Да. Так, еще есть где-нибудь муфлы поблизости? Блин, как там? Надо какое-нибудь оружие посильнее. Люблю, когда они с собой берут всякие лекарства. Так, все, готов. Ну, тут больше... А, вот, еще есть. Ну-ка, ребят, давайте быстрее. Еще два муфаленка есть. Конечно, стать надо по самому дебильному. Блин, зараза. Ладно, хрен с ним, разбегаемся. Подбирать-то. Стресс. Почти сломлен, стресс, на грани. Ай, хрен с ним, пусть спят. Усталые детишки, блин. Иговика он, блин. Молодец. У кого? Ого, не опасное заражение, говорите? Погоди, они с собой что, аптечки стали носить? Нет? А чем ты, прости, перематываешься? Я боюсь спросить, а он выживет после собственной перемотки? Так, стоп. Нет. В порядке. О, блин, дебила кусок. Он мне там не поврежден. А главное его не зашибить еще вдобавок. Надо спасать дебила. Отлично, медик, спасай. Строителю сегодня явно не везет у меня. Медик. Как раз заражение подлечишь ему хорошо сейчас.
Беру потом. Хотя. Оказать помощь давай. Этил. Так, ну-ка сейчас посмотрим, выживет, не выживет. Какое качество? 0%. Может, это 100% такая ботва? Ну-ка, растет или нет? Растет потихонечку. Да, выживет этот дятел. Правда, я не понимаю, почему качество 0% показывает. Так, надо посмотреть. У меня вроде там какие-то энергетики были. Говоря на складе. Давай-ка заценим. Если эти все дебилы не сожрали все, то может чем-то я и смогу ему помочь. Они скорее ведь все сожрали. Тупоголовые кретины. Вы все энергетики съели? Без строителя останетесь, будете друг у друга тут, не знаю. Наш по ПК делать что-нибудь. Ладно, будем рассчитывать, что он сможет выкарабкаться. Правда, почему вот 0% перевязка? Может, потому что он начал все делать потом. Через 7 часов. Плюс мы его накормили. Хотя, если медика вовремя ему сделаю перевязку, он спокойно выживет. Конечно, этот идиот для начала хоть что-то сможет подумать головой. Заражением крови бегать. Хорошо бегается, друг ты мой. Отлично. Перфектум. Проверим, как раз. Среднее заражение. 40-45. Ага, иммунитет пошел немножко вперед срабатывать. У меня аптечек-то нет, ни хрена. Да, я и забываю все про это. Я про это забыл, что у меня ни одной аптечки вообще нахрен. Боюсь спросить, чем он... Твое блюдо. Оказывай помощь ему срочно. А чем вы, ребят, перевязываетесь? Короче, он ему просто затыкает чем-то дырку. А, нет, вот эффективность 48. Ага, эффективность 48%, но это руки. 54-50. Ну, слушайте, может выкарабкается. Давай, корми его. Ну ладно, я посмотрю, выкарабкается или нет, но у меня нету толком вообще аптечек. Вот это вот очень хреново. Ну и кто ко мне в гости пожаловал? Хреновенько, хреновенько, такс. Вот называется, драконов нету. Сейчас своих опять вооружать, да? Только кирки им дал в руки, чтобы они нормально порезвились. Катапульта Шурикен. Что-то как-то мне она не вызывает доверия. Я просто не могу... Блин, надо мод поставить, чтобы можно было дополнительные вещи пихать своим ребятам. Хорош там жрать готовить. Сейчас зубы, по-моему, повышибают. Вообще жрать нечем будет.
Такс, где еще эта винтовка? Так, сюда иди. О, молодец. Обожаю тебя, друг. Него хороший щит. Может, он потанкует? Да, пусть-ка он потанкует. Когда побежал? Так, у тебя пикейдж, да? Пистолет взять. Давай, ренегат, ружье возьму. Так, а тебе тогда? Пина из сланца, ну это вообще уже позор. Так. У меня вообще без оружия. А ты спишь? Вот хорошо живется-то как. Пайп райфл. Да, бери лучше пайп райфл. Так, все, ребята, хорош фигней страдать. Марш сюда. Эти пока атакуют или нет пока? Где они там? Но они пока тусуют здесь, это хорошо. Нет, это все плохо. Они уже поперлись. Блин. Скоростная требуха. Я не знаю, как на маленьких картах люди выживают. Мне это очень интересно. Так, ты у нас со щитом, да? Держать открытой. Это у нас открыто. Так, давай-ка парней расставим. По-аккуратному. Ну, как сказать, по-аккуратному. Как получится, так и расставлю, по сути. Ага. Давай горцу сюда. Блин, крепкие ребята. Нифига не прокатит. Ага, жадность фрая разгубила. Знаешь такое выражение? Крысёныш стыбрил, да? Блин, жучары. Вот этих Элденов я терпеть не могу. Вот вообще, просто за все, что только можно. Стыбрят и убегут. Все им для счастья, что и надо. Про них я говорил, кстати, в первом видео. Пэтпоинт, Киркестали.
мертв, вещи. Но это бионики, по ходу дела, насколько я могу понять. Да, защита-то у них конкретная. Лучше с ними не связываться. Куда поперся, дятел? То есть понятие «домашняя область» для тебя не домашняя область. Молодец, додумался. Да, с этими ребятами налеты тоже странные. Давно я их не видел. Лучше бы и до сих пор не видел. Так, ты какую температуру... Ой, так они минус 70 держат. Твою ж налево. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я думал, минус 70 хотя бы будут спасения. Будет, что нет. Я, как видите, уже тут некоторых своих шлемики приодел. Очень хорошая штучка, могу сказать. Ну, со щитом там был. Ага. Ок, будет у меня отвлекающим маневром. Мало у меня вооружения, мало. А ок у меня пойдет вниз сразу. Че, эти сразу атаку попрутся? Конечно. Блин, я вот хрен знает, смогу ли я с ними справиться. Вот интересно посмотреть. Так. Тогда их расставим по-правильному. Не знаю, они вроде вообще не отступают, в принципе, в общем целом. Давайте я хоть, не знаю, топор что ли возьму. Крупный метеорит, керамит. Нормально. А. А этот что-то какой-то большой, мне кажется. Хотя у страха глаза велики. Против этих мне козлов не выжить вообще никак. Они просто завалят. И, друзья мои, кто думает, что с моим паком модов вы можете убежать от них? Нет, не можете. Скорость у них больше, чем у ваших персонажей. Это так, для справки. Так, а кто сегодня к нам пожаловал? Вот это серьезно, ребята, блин. Тюн-тюн. Против них-то я вряд ли выживу. Так, ренегат L6 бери. L3 нет. L5-чку, да. А, черт. Не, эти ребята очень крутые. Хотел бы я с ними сталкиваться. ДВЛ-9. Нет, ЛД-9 бери ты. Ок, у нас же танк.
Дела плохи, дела плохи. Надо ставить тут турели. Так, 8 часов. Возможно, сейчас дракошка еще на них нападет, да? Кошка. Ага, хрен он мне нападет куда. Но эти роботы уже практически здесь. Быстрые, блин, гады. Так, тебя с фонариком сюда. Тебя с фонариком сюда. Знаете, в эту игру я начинал уже скучать. Беги! Беги, шеф, беги! Мне сейчас все так нахрен быстро сломают, я и забыл совсем. Я и забываю, насколько эти козлы мощные. Выдержали. Мы, друзья, выдержали. Крысёныши, да свалите вы нахрен уже, мне пожар тушите за вас. Так, ладно, тушим пожар. Так, какие у меня материалы вообще есть? У меня сталь вроде вообще кончилась. Да. Есть немножко песчаника, ловушки более-менее целы. Вспомнил я, зачем я ставил мод вот этот вот Shadow. А я же вот каски с фонариками специально для этого мод поставил и потом Shadow мод воткнул. Я вот что-то забыл. Ну, более темной ночью. Ага, значит их только добивать можно. Так, ладно, короче, берем всех сейчас на переделку, посмотрим, что с них там добывается. Подключивает менюшечка. Так, а что с этим столом случилось? О, да ладно. Отдохнете на том свете. Да ни хрена, ты там побежал, спортсмена кусок. Так. Ну-ка. Надеюсь, это роботы. Да-д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 а. Imperial компонентики. Они мне нужны на улучшенную гермотермальную станцию. Я все никак не мог вспомнить, где я их брал. Вот у них как раз таки я их брал. Imperial компоненты. Сколько там надо? А, и пауэркоры. А пауэркоры я... О, блин. А где тут пауэркоры надо быть, я, блин, не представляю, если честно.
Кого? Ну иди отдыхай тогда, работник, блин. Source Trader. Так, торгаш, раз ты побежал, хрен поймешь куда. Так, ребят, давайте я вам ограничения поставлю, домашняя зона. Вы меня уже задолбали. Да они там все убежать пытаются. Я их и кормлю. Ну, не пою, правда, но кормлю хотя бы. Тепло дал свет. И тут так нехило света. Так, сейчас посмотрим, что за торговец. Так. Да я даже не знаю. Керамит, адамантит. Ну это, конечно, все круто. Я ему могу, кстати, нехило их продать. Смотри, покупает он неплохо. Золото. Ну, золото мне самому надо. Нет, мне о него нечего купить. Стальки бы я взял, конечно. Степец. ПЗ. Пока ничего брать не буду. Денег сначала надо накопить. Надо хотя бы понять, как одного дракона убить. Если тогда смогу одного убить, тогда хоть будет попроще на драконе коже выкручиваться. Да и бегать собирать можно будет серебром по округе.